Мэйси. Отлично, пап. Мы должны прийти первыми. Осторожнее, Джон! Ради всего света! Thank you.
Thank you.
Закрой глаза, парень. Зачем? Я такую бестелуху не... Без труда. Страшно, но мы остались без Это все равно, что вести комбайн. Это рухли до лаборатории не доедет. Придется. Криминалистам нужны улики. Думаю, это не страшно, но мы остались без сопровождения. Ну что, едем в лабораторию. Через квартал нас будет ждать эвакуатор. Ага, куда без него? Вон там эвакуатор, на углу стоит. Не вижу никаких плохих парней. Может, я параноик? Так, нас подцепили. Ну, едем. Вот это скорости. Криминалисты время зря не теряют. Эй, мы тащим машину, на которой сбежал Джерика. Ага, и людям Джерика она нужна. А мы без сопровождения. Ты же шутишь, правда? Нет, и... О, как кстати. Вот и плохие парни. Нас с тобой можно брать голыми руками. А, легкая травма. Ладно, раз уж я тут застрял, буду наслаждаться. Вот это мне нравится. Лучше вопить, чем ныть, верно? Еще бы. Хочешь выйти? Скажи. Ты что, шутишь? Гони давай. Это еще не конец. Если Джерика нужен этот грузовик, он пошлет еще людей. Мне нужен вид с птичьего полета, чтобы за ними следить и удерживать до подхода подкреплений.
Брэндон? Что, не ожидали? Икст. Не думал, что в Сан-Франциско... И откуда они все повылезали? Ого! И еще больше! Нам нужно подкрепление срочно! Кто же еще присмотрит за городом? Убьет меня, если узнает про нас. Тогда не будем. Бум! Классический прием. Идет новая волна увольнений. И... Бах! И больше не лезь! А вот и кавалерия. Добро пожаловать в школу жестких ударов. Я сейчас отпущу руль, вот, теперь ты ведешь. Не бой. В ближайшее время никто этот грузовик не получит. Пора возвращаться на след Джерико.